Всем добрый день. Зовут меня Горецкая Татьяна, Народный академический университет эволюции разума, город Одесса. Мой доклад называется «Влияние изменения магнитного поля Земли на живую клетку». Последние два десятилетия наблюдается резкий рост изменений в среде нашего мира. Мировые физические параметры дестабилизируются. В результате наблюдается увеличение природных катаклизмов, что подтверждается приведенным графиком количества зафиксированных стихийных бедствий. Одним из важнейших параметров мировой среды... Чуть ближе к микрофону. Плохо слышно, да? Одним из важнейших параметров мировой среды является магнитное поле Земли и его напряженность, что оказывает значительное влияние на биологическую форму жизни. В последнее время напряженность магнитного поля Земли убывает значительно быстрее, чем в прошлые годы. А южный магнитный полюс, еще недавно располагавшийся под арктическими льдами в Канаде, двигается на Россию с нарастающей скоростью. За последние десятилетия, с 2001 по 2010 год, полюс прошел такое расстояние, которое он проходил за предыдущие 50 лет. В результате такого ускорения все более возможным становится инверсия магнитных полюсов или смена полярности, которая, возможно, повлечет за собой временное исчезновение геомагнитного поля. Как это явление отразится на биологической форме жизни? Профессор геофизики Мюнхенского университета Аксель Шульт предполагает, что на протяжении 5, а то и 10 тысяч лет на планете придется обходиться без магнитного поля. А это приведет к неминуемой гибели всего живого на планете, если человечество не найдет решения о компенсации защитного влияния магнитного поля в общей среде обитания, как человека, так и животных и растений. Такие процессы уже неоднократно происходили на Земле. По мнению некоторых исследователей, периоды вымирания или возникновения различных видов флоры и фауны в процессе эволюционного развития живых организмов на Земле, а также смена типов человека, австралопитеки, пятикантрами и неандертальцы совпадают с периодами инверсии, временного исчезновения и смены полярности магнитного поля Земли. Минимальный период инверсии составляет приблизительно 20 тысяч лет, а максимальный 730 тысяч лет. Итак, сделаем вывод. Установленные факты свидетельствуют о том, что инверсия магнитных полюсов повторяется с определенной периодичностью и является естественным процессом в жизни планеты, характеризующим качественно эволюционные изменения субъектов биологической жизни нашего мира. На основании теории нашей научной школы можно предположить, что последний раз это явление происходило 13 тысяч лет назад. В последнее время было убедительно доказано, что у различных организмов, от бактерий до позвоночных, выявляются поведенческие реакции на изменения геомагнитного поля. Это свидетельствует о том, что магнитное поле Земли воспринимается этими организмами и является существенным компонентом их среды обитания. Все это в полной мере относится к человеку, ведь нам известно, как люди реагируют на изменения магнитной активности. Многие люди очень чувствительны к магнитным бурям. Поэтому магнитное поле Земли имеет огромное значение. Более того, оно делает возможной саму жизнь на Земле. Официальная наука утверждает, что именно геомагнитное поле является одним из обязательных условий существования и развития жизни на Земле, потому что оно наравне с атмосферой защищает Землю от пагубного разрушительного воздействия солнечного ветра и космических лучей. До появления геомагнитного поля поверхность Земли подвергалась непрерывному воздействию стерилизующей космической радиации, которая препятствовала началу биогенеза. На это утверждение у нашей научной школы есть своя точка зрения, которая будет озвучена далее. Возникает вопрос, каков механизм изменений в среде нашего мира и каким образом отражается изменение напряженности магнитного поля Земли на элементах окружающей среды, в числе которых и биологические организмы. Попытаемся проанализировать известные факты. Рассмотрим влияние на минералы и горные породы. Магнитная память о древнем геомагнитном поле сохраняет входящие в состав всех горных пород ферромагнитные минералы. Их естественная остаточная намагниченность появляется во время их образования и сохраняется полностью или частично до нашего времени. Оно также намагничивает почвы, оказывая заметное влияние на их плодородие. Влияние на воду.
Экспериментально доказано, что экранирование воды от магнитного поля Земли приводит к сдвигу pH воды в щелочную сторону в среднем на 7-10%, что способствует сдвигу физиологического равновесия человеческого организма в сторону патологий, ухудшению здоровья и приводит к различным заболеваниям, что мы наблюдаем в настоящее время во всем мире. Александр Леонидович Чижевский, анализируя данные об эпидемии гриппа за 500 лет, установил, что период эпидемии гриппа совпадает с солнечной активностью, то есть когда увеличивается напряженность ГМП. Периоды, свободные от эпидемии гриппа, приходятся на годы минимума солнечной активности. Позже было установлено, что вирусы гриппа действительно активно размножаются в момент прохождения гроз, возмущений магнитного поля. Что же происходит с животными при изменении напряженности геомагнитного поля? В экспериментах показано, что экранирование геомагнитного поля в 600 раз приводит к торможению роста кроликов, снижению двигательной активности, развитию дистрофических изменений в печени, миокарде, желудке, снижению активности ключевых ферментов. У эмбрионов амфибии в гипогеомагнитных условиях снижается синтез моноаминов. У мышей вдвое снижается двигательная активность. Куры в этих условиях прекращают нести яйца. У пчел, мух, других насекомых и птиц нарушается ориентация в пространстве. Изменение напряженности геомагнитного поля оказывает влияние в том числе и на человека. В первую очередь на структуру человеческого мозга, который является регулятором всех процессов, происходящих в организме. Нарушается существующее равновесие в системе мозг-внешняя среда и происходят сбои в функционировании нервной ткани. Снижение напряженности магнитного поля Земли в критические периоды формирования центральной нервной системы могут нарушить нормальное развитие центральной нервной системы, приведя к развитию различных нарушений психической деятельности. В этой связи интересным представляется такой факт. Серийные убийства, оказывается, чаще всего совершаются в дни резкого снижения геомагнитной активности. Вышеуказанные исследования подтверждают тот факт, что на изменение напряженности магнитного поля Земли реагируют все биологические организмы. Возникает вопрос, что происходит с клеткой в гипогеомагнитных условиях и что приводит к таким последствиям. В работе доктора биологических наук профессора Лушниковой описаны исследования воздействия гипогеомагнитных полей на мышей, в частности на их сердечно-сосудистую систему. Гипогеомагнитные условия моделировали с помощью ферромагнитного экрана. Животных подвергали воздействию гипогеомагнитного поля в гипомагнитной камере в течение 30 минут, 1, 3, 6 и 24 часов. В результате исследований показали, что начиная с 3 часа пребывания в условиях гипогеомагнитного поля, в миокарде мышей отмечались выраженные нарушения крово- и лимфообращения. Регистрировалось венозное капиллярное полнокровие, отек и лимфостаз, наблюдался спазм артерий сладше эритроцитов. Пребывание в гипогеомагнитных условиях вызывало сокращение объемной плотности капилляров через 3 часа на 24%, 6 часов на 32%, а через 24 часа на 30%. Подобные состояния кардиомиоцитов, как правило, приводят к атрофии отдельных клеток и их резорбции макрофагами. В финальной стадии морфофункциональной перестройки кардиомиоцитов напоминает феномен программированной клеточной смерти. 10 суток пребывания мышей в таких клетках привели их к смерти. Возникает вопрос, что конкретно происходит с клетками живого организма в гипогеомагнитных условиях, приводящих к феномену программируемой клеточной смерти? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть процесс формирования клеток. В современной науке известно, что в состав человеческой крови и лимфы входят атомы железа, которые обладают магнитным моментом и способностью намагничиваться в магнитном поле. По мнению научной школы Науэра, физический магнетизм – это реализация программы жизни через конкретный элемент. Этим элементом является атом железа. Для подтверждения данного мнения необходимо разобраться с основами структурирования клеток и их возможностью к самовоспроизводству. Для этого необходимо допустить, что спаренные цепи ДНК состоят из парамагнитных цепей нуклеотидов, которые самостоятельно делиться не могут.
Такие выводы были сделаны автором новой теории развития клеток, инженером-биофизиком Артюх Татьяной Андреевной и опубликованы впервые в 2003 году. Для того, чтобы в клетке могли образовываться силовые пары парамагнитных цепей ДНК, в ней должен находиться природный магнит, источник энергии. В данном случае это атом железа или магнитный блок монокристалла. За время своего существования, около 40 дней, клетка нарабатывает большое количество клеточного вещества, которое ее ограниченное силовое поле не способно удерживать возле себя. Поэтому, как только к базовой клетке приблизится новый магнитный блок монокристалла, часть наработанного клеткой клеточного материала перемещается к новому равноценному источнику энергии. И рядом быстро формируется новая идентичная клетка. А базовая продолжает работать. В случае отсутствия альтернативного источника энергии, магнитный блок монокристалла базовой клетки за 40 дней своего существования размагничивается и теряет способность удерживать своим силовым полем структурные единицы клетки, что приводит к ее разрушению. Сделаем выводы. Живая клетка может существовать и размножаться только при наличии геомагнитного поля. В отсутствии геомагнитного поля наблюдается феномен программируемой клеточной смерти, доказанный опытами профессора Лужникова и описанными выше. Проникновение стерилизующей солнечной радиации не является основной опасностью для жизни на Земле в отсутствии ГМП, как утверждают представители науки. Основной опасностью в этом случае является невозможность митоза. Процесс ослабления ГМП человечество уже ощущает на себе. Результатом данного процесса является рост количества бесплодных семейных пар, которые естественным путем не могут зачать детей. Наблюдается лавинообразный рост количества психических заболеваний, а также рост количества хронических заболеваний. И все это является следствием программных процессов, происходящих в результате изменения напряженности магнитного поля Земли. Человечество в данный момент времени находится на грани пока что медленного вымирания. Возможно предположить, что скорость данного процесса увеличивается пропорционально скорости смещения магнитных полюсов Земли и имеет лавинообразное следствие, которое завершится гибелью всего живого на Земле. И итоговый вывод. В результате инверсии магнитных полюсов и исчезновения геомагнитного поля биологическая форма жизни в нашем мире прекратит свое существование. Благодарю за внимание. Давайте аплодируем действительно. Еще раз. Ну давайте вопрос. Два вопроса, девушка. То есть лететь на Марс бесполезно? Абсолютно. Понятно. А и второй вопрос. А приспособиться мы не успеем, а? Вот когда чему? Оно медленно идет, и человек может приспособиться. Ну, я вот спрашиваю, да, нет. К изменению геомагнитного поля приспособиться. Насколько это вот чувствуется вот это приспособление или нет? В моем докладе была самая главная фраза, может быть, она не все обратили на это внимание. Приспособиться невозможно. 40 дней существует клетка. Либо она умирает, либо она далее размножается. Но человек есть понятие, состоящее из клеток. Поэтому если нет деления клеток, обновления организма, организм просто-напросто перестает существовать. На голову магнитное поле, приходи себе. Всем живущим на планете Земля. Как нефиг делать? Говори давай. Почему акцентируется внимание на наличие именно геомагнитного поля? Может, на период инверсии магнитных полюсов человечество загнать в искусственное магнитное поле по параметрам аналогичное геомагнитному? Насколько я знаю, мне такие случаи невозможно, что возможно искусственным образом создать поле. Не пугайте человека страшными словами. Да, да. Если и загоним, так еще хуже будет, чем с новым полем. Да, пожалуйста, еще один вопрос последний. Да. Вы, если вы считаете, что геомагнитное поле управляет процессами, живыми процессами, да, то напрашивается вопрос, зачем нужна вся эта биологическая жизнь, если геомагнитное поле управляет этой жизнью? Господи, что? Это вообще это дело? Это не управляет. Геомагнитное поле не управляет. Это возможность существования биологической формы жизни на Земле. То есть...
Это условие, без которого невозможно существование биологической жизни на Земле. Если биологическая жизнь существует на Земле, то она нужна планете. Конечно. Но этого никто не знает. Ну, у нас есть ответ на этот вопрос. Ну, хорошо, последний вопрос, кратенький. Вам потом, ну, человеку я сказал, давайте. Вы говорите, что на размножение клеток, на процесс митоза влияет магнитное поле. А проводились ли опыты тогда с магнитами? То есть по вашей теории тогда магниты сейчас делают очень мощные, оно должно усиливать этот митоз? Или по крайней мере как-то на него влиять? И опять же ориентация магнитного поля вызывает вопрос. Я поняла ваш вопрос, но есть самое главное понятие в том, что мы являемся субъектами этой среды. Эта среда создается специально для нас. Поэтому создать ее искусственно вообще ни при каких условиях невозможно. И какие бы магниты мы здесь ни создали, восстановить геомагнитное так, поле все, человечества все, не удастся. Все, Слесарев, последний вопрос. Важности железа в организме, а я скажу о важности воды в организме. Вы с этих позиций смотрели? Ну, без воды невозможно ничего. Магнитное поле действует прежде всего, тем более слабое поле. Вода, женщина, она любит ласковое обращение, а жесткое обращение, когда, которое здесь предлагают, ее убьют. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что ну вот эти слова ну, может дополнить следующим. Вот уже здесь говорили, раз действует там магнитное поле, давайте его побольше. Да. Всякое действие, оно доходит до некого максимума, после чего начинает вредить. Об этом и речь, сюда экстремум найдет. Как человек, который ходит, потому что знаком с гомеопатами, я могу сказать, информационно. Какой-нибудь мышьяк, страшный яд, а я из-за него хожу, потому что я в малых дозах его употребляю. Не в малых дозах, потому что потом. Не знаю, не в гомеопатических. Скажу. Все, спасибо, спасибо. Спасибо я большое. Хочу еще раз поблагодарить вообще всех одесситов. Спасибо мало большое. Того, что мы их помним, мало того, что мы их любим, они нам еще приносят, оказывается, и новые идеи. Чтобы спасибо вам и привет Одессе маме. Спасибо большое.